носится по всему этому. Так, друзья, покидаем это чудесное, просто очаровательное, красивое, очередное красивое место на этом острове Тенерифа. И пойдем дальше вперед, в сторону нашей деревушки. Интересная кафешка. Смотри, какая кафешка у этого. Вообще прикольно. Так, сейчас наша задача дойти. Первый город Лас Америкас у нас. Потом пройти Лас Америка. За ним будет Лос Кристианос. И вот в Лос Кристианосе мы должны уже оттуда нашу деревню уже направляться. А название этого города я, к сожалению, не помню. Но мы его сейчас узнаем. Как? Порто-Колон. 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 В общем, Порто-Колон какой-то. Да. Порто-Колон. В той стороне у нас город как бы лежит, с этой стороны. Но мы пойдем по набережной, по самому красивому месту. Здесь каждый вид здесь. Все красивее и красивее. Один красивее другого. С палочками. Очень, кстати, полезные палочки эти считаются в некоторых странах. Вообще эти палочки, как бы принято их с ними ходить, скажем так, в этом, в Швеции. Но сейчас в некоторых странах, насколько я знаю, в том числе в балтийских странах, есть такая тема, то есть это модно, специальные создаются курсы, ну, зарабатывают денег, одним словом, и учат. Ну, в принципе, там учить нечему на самом-то деле, но учат или собираются клубы этих, именно вот этих ходоков, которые ходят с этими палочками. Такие вот дела. Они, видать, сегодня хорошо набрались. Счастливые такие идут. Вот, и в этих странах обучают хождению с этими палочками. Естественно, за это берут деньги. Но собираются клубы, то есть люди реально на это ходят и собирают. Такую модную такую фишку задвинули. Вот. А в Швеции это обычная такая тема. Они просто берут эти палки, покупают. В основном, конечно, это уже в зрелом возрасте. Пенсионеры. Вот. И просто ходят с ними. И они очень полезны для сердца, вообще для всего организма. Так как задействованы не только ноги, когда ты ходишь, но еще и задействованы руки. Ты должен постоянно вот так, как лыжник, вот так шевелить этими руками. Вот такой вот спорт. О, маленький теннис. Пинг-понг. Вот у нашего хозяина, где мы сейчас проживаем, у Альваро, у него каких только нету игр, в том числе и вот этот настольный теннис есть, пинг-понг. Вот, иногда нет-нет так сражаемся. И должен сказать, что очень хорошая вообще игра, тренирует и реакцию, тренирует и как-то общее состояние очень сильно тренирует. Допустим, мне вот этот большой теннис, когда играть, мне почему-то сложно в него играть, в том плане, что туда бегать, сюда бегать, какие-то напряги из-за этого получается, больше напряг. Одно дело, когда ты уже профессионально играешь, и ты можешь с этим мячом там туда-сюда, то есть пасы постоянно давать, а другое дело, раз мяч ударил, за ним пошел. Ты ударил, другой человек пошел, потому что он такой же, как ты, в принципе, не очень хорошо играет. Или ты нехорошо подаешь. Вот. А вот этот маленький пинг-понг очень удобно и интересно. Особенно становится это интересно, когда ты уже натренируешься. Да, такие здесь высохшие. Когда течет вода, бывают дожди, здесь текут
типа реки. Такие темы. А Макдональдс тут есть. Так, мы сейчас приближаемся, если мы правильно вообще двигаемся и правильно идем, мы должны приближаться к этому Лас Америкас. Это то место, ты думаешь, вот это, Лас Америкас, да? Вообще, да, вот эти цветочки, да, уже начинается, смотри. Они очень красиво сделали эти, рядом с деревьями эти штуки. Не знаю, где тут точно проходит граница, но где-то вот сейчас мы должны заходить в город Лас Америкас. Потом таким же образом тоже не совсем понятно, где проходит граница. Можно перейти в город Лос этот. Забыл уже следующий город. Лас Америкас, потом идет Лос Кристианос, да, Лос Кристианос. Города вообще запутаться на ходу. Тут у нас какие-то закусочные кругом, Бургер Кинги. Вон кебабы есть. Но те места, которые мы сейчас вот прошли, на самом деле очень красивые. Здесь уже город как бы начинается. Такая городская, скажем, больше так зона. Продавцы очков, всякой этой ерунды из Африки. Они также предлагают марихуану сразу заодно. Это у них обычная фишка. Кстати, здесь полиция не гоняет. Я ни разу не видел, чтобы на этом острове за ними гонялись. Кто-то гонялся, они или разрешено им стоять, или полиции нет, не знаю, потому что в другой Испании, да, и не только в Испании, во Франции и в других странах, они за ней, их полиция гоняет в плане, в общем, просто появляется полиция, и они сами ноги оттуда делают, видать, там или какой-то штраф, или что-то там такое не очень приятное для них происходит, поэтому они убегают. И в некоторых городах, как это было в Мадриде, они просто целыми днями вот по городу Мадриду идешь, и ты весь день можешь наблюдать, как эти продавцы этих разные этой ерунды. Вот, с одного места в другое, с одного места в другое, постоянно бегают. И раз, потом видишь, они пробежали, потом видишь, полиция идет. Раз пробежали, видишь, полиция идет. И так целыми днями происходит. Спасибо, Лен. Вот, видишь, вот так вот братишки голодный спрашивает. Из Болгарии много работает, с Молдовы, с Украины, с России. То есть, как уже говорил, русскоговорящий такой остров. Люди есть. Кофе-террас. Так, здесь мы, кажется, были уже, нет? Или мы, или еще не были? Еще не были. Значит, дальше. Лежачий забастовка. О, трамвайчик идет. Паровоз местный. Паровозик.
said, hello, how's it going? Lads, Bernice, would you bring them home, like? Would you? Они уже готовченко сегодня. Погуляли на славу. Хорошо погуляли они, да. Один вообще вот трубо не просто лежит, он даже... А, они говорят, да? Нет, я говорю, вообще говорят, а он самый... А, да? Англичане, пожалуйста. Ага. Еще таких я не видела. Не, англичане гуляют так, не на шутку тоже, все разгуливаются. Да. Идти нам. Сейчас, где же начинается этот? Лас Америкас. Еще Колон, то есть, да? А, да, да, вот Колон, точно. Вот так называется место. Ну да, совсем не маленький. Где мы сейчас идем? Угу. Вот смотри, вот здесь вот они растут. А тут получается, знаешь как, вот эти красивые цветы, по крайней мере, как мне кажется, они их специально сажают, и они растут специально там, где вот, как сказать, где людям показать. Ну, может, для них благоприятный климат здесь, поэтому они растут. Да, но они их сажают. А вот так, если идти вот по полям, там, по лесам идти, там ничего нет такого. Там есть вот эти кактусы, ну, оригинальные, но испанские такие, которых в других странах нету. Но вот эти вот красивых, таких обычных цветов нет. А вот эта улица уже, нет? Или это еще не то? А, это другая. Похоже. Это такая же, как бы такое же типа место, только... Ну, похоже просто. Да-да-да, в этом городе. Друзья, видите, вот эти вот карте, раду, вот эти разные часы. Дело в том, что они здесь... Патрик есть тут. В общем, одним словом, вот эти все часы, насколько я понял, да и вообще вот эта одежда тут tax-free действует, поэтому они дешевле, как говорят люди. Я так смотрел цены, как бы я бы не сказал, я в часах в этих вообще не разбираюсь, но если одежду вот смотрел, там Armani, Prada, вот этот Boss, вот же. Вот вроде бы цены такие же, не знаю, но люди говорят, что здесь дешевле стоит все из-за этой зоны. Вот. Также хочу я насчет этого проверить камеру, то есть купить, посмотреть, по крайней мере, сколько здесь стоит камера. И также посмотреть, ну, сначала сравнить с интернете. Интернету сравнить. Если на самом деле это так, то попробую приобрести новую камеру здесь. Погода, написано. Да, такие же. Видишь, сколько их здесь много? Смотри, это не просто так их здесь, такое не в таком количестве. Значит, они все-таки, скорее всего, на самом деле здесь дешевле должны быть. Потому что вот здесь улица, вот эта, видите? Там дальше, и когда мы сейчас придем в этот соседний город, там такая же улица тоже. И еще в одном месте. То есть они как бы... обычно вот на протяжении такого участка таких магазинов или вообще не бывает, или очень редко бывает, а здесь они идут конкретно. О, здесь вообще Лос-Анджелес. Мы уже в Лос-Анджелес попали. Так что столько лосей здесь было, что в конце добрались до Лос-Анджелеса. New Games.
Калинка, русский продукт. Ага, да, вот здесь русские магазины. Но русские магазины здесь, цены сказали, хорошенько так отличаются. То есть, дорогие. В этих, вот в этом я не был, Калинка, Малинка, а вот в Санта-Крузе, там тоже есть русский магазин, притом он расположен в вот этом огромном таком центре, в большом магазине продуктовом, всем известном. Вот здесь какие-то концерты готовятся. Ага, ярмарка, да. Сити-центр, вот здесь вот сити-центр у них, вот тут шопинг-центр. Так, я думаю, нам сюда надо будет прийти на днях. Посмотреть, что здесь. В этом шоппинг-центре. Да, нормально мы вышли. Ага. Очень хорошо пахнет. Птичка, 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 невеличка. Канарейка на Канарах. Кто-то парится на нарах, кто-то жмется на Канарах. Мне кажется, вон это здание. А, все, я понял, как вы пришли. Если я не ошибаюсь. Нам сейчас надо налево. Нет? Наверное. Потому что, смотри, там этот набережный, он начинается, это место, где кончается Лас Америкас. Да. Правильно? Или нет? Да. Вроде бы так. Все теперь понятно. Да. Теперь все стало на свои места, друзья. В общем, мы с вами только что прогулялись по этому городу. Монтон, как он там назывался у нас? Колон. Колон, Колон. Вот, прогулялись по этому Колонну. И практически весь город прошли, как вы видели, и дошли до следующего города, который называется Лас Америкас. Сейчас... Да, то есть Лос... сначала идет Лас Америкас, потом уже будет туда Лос Кристианос. Мы можем сейчас пойти по вот этой внутренней части, а можем пойти по, скажем так, внешней, если так правильно вообще говорить, где океан. Мы, как обычно, пойдем... поближе к океану. Теперь стало мне понятно расположение этих всех улиц, этих островов, точнее не островов, именно этого острова, нашего участка острова, если так говорить. Женщина кому-то там кричит, я думал, может, узнала Анзор ТВ, но это была ошибочка, не узнала, кому-то другому кричала. Гарибальди. Так, пойдем в этой стороне на обгон. Здесь вообще такие красивые, яркие, сочные домики на этих Канарских островах, и жители любят их раскрашивать необычные, ну как необычные, яркие цвета. То есть не просто белый цвет один, хотя на острове Ланзарот вообще все белым-бело, все в белом цвете, цвете белом. И не больше двух этажей. Притом, ну это на Ланзароте острове. Здесь же такого нет. Здесь, как видите, можно строить небоскребы, если только этого позволяет. Да, все правильно, значит. Я подумал, может, ошибся. Все верно, мы пришли. Y lo cambian.
Прошло, осталось нам пройти еще один город. Сейчас мы пройдем вот этот Лас Америкас. Если батареи хватит, пройдем. Если не хватит, я его сам пройду. Ну, я думаю, что вам, в принципе, здесь все понятно. Вот так вот выглядят эти города, они практически одинаковые, как бы, по большому счету. Тем более, что Лас Америкас я уже записывал. Если что, заходите на anzor.tv и смотрите. Все там есть. Не только Лас Америкас, но и много-много городов и стран. Так, пойдем сюда. Потихоньку уже вечереет, закат скоро появится, что лампочки включаются в городе у нас. Устала? Пешком. Поляков. А, поляков еще много, да? Ага. Да. Хотя это может быть поляки, которые работают в Англии, в Ирландии. Сюда. Может быть, да. В Ирландии там много. Тоже отдыхать хочется. Ну да. Сейчас летом, зимой, зимой, весной сюда приезжает, а уже ближе к лету уже можно в любые страны ехать, потому что летом-то везде жарко. Очень красивые точки. Там у нас гольф-клуб такой маленький, я уже просто знаю этот городочек. Вот кафешки эти красивые, красивые клумбы вокруг деревьев. Вообще люди умеют делать, умеют жить. Как-то ярко, интересно. Такие мусорные, мусорки оригинальные, как из подводной лодки, торчат трубы. Машинка стоит с массажем. Сфотографируй, говорит, эту машину, и будет тебе скидка, когда будешь массаж делать, придешь в салон. То ли 10 евро скидка, то ли 10%. А вот это улица. Сейчас мы уже в Лас-Америкасе находимся. Улица, вот эти вот дорогие бутики, магазины. Обычно, я уже говорил, в этой Испании очень много дешевой одежды. То есть за 10 евро, за 5 евро, за 20 евро можно уйму найти всего, чего хочешь. А вот такие вот брендовые, видите, Gucci, вот эти вот Dior, то есть Armani. Здесь все брендовое, и здесь 200, 300. 400 евро, смотря что там есть и платье за 1000 евро. Но опять-таки, как мне сказали, эти цены должны быть дешевле, ниже, чем в других местах, так как здесь вот эта вот свободная зона действует. Не знаю, так это или нет. Я такой дешевизны, прямо, скажем так, большой дешевизны какой-то я там не заметил. Да и вообще я там дешевизны не заметил. Такие же, практически такие же цены, что в Мадриде. Полиция проехала сразу, кидай, а, тоже, да? Такая же тема, да? Да, да, да. Раз, пакет. Ага. Но у него маленькая еще, а у этих африканцев-то вообще огромные баулы целые. Это так, это у нее, у этой китаянки, видела, маленький, чик, да. Там буквально. Ну, для того, что, потому что ей удобно. Да, да, но у нее товар просто такой маленький.
Вот такая же тема здесь, друзья, действует. Вон полиция приезжает. Сразу же эти, я так думаю, что не только эти китайцы, но и эти африканцы тоже сворачиваются. Вот. К тому же они марихуану продают. Тут самый интересный момент в том, что по закону, если правильно объяснили все, если я правильно это понял, можно выращивать 2 куста у себя дома, в этой конопли можно держать. Вот, и можно семена как бы таскать куда-то или, скажем так, я не знаю, распространять. Ну, не то, что распространять, но можешь семенами ходить, а вот именно с травой ходить как бы нельзя. То есть такая интересная, своеобразная политика здесь. Не так свободно, как в Амстердаме, но как бы полусвободно, полулегально получается. Вот такие вот Канарские острова, такие законы. Танго шоу, видите, на русском написано. Мама мия. Мама мия. Вот здесь тоже эти часы, везде часы, эти украшения ювелирные. Разные. Сейчас будет стоять, замрет и будет стоять, пока ему копейку не кинут, какую-нибудь денежку. Так, друзья, у меня заканчивается батарея. Поэтому я выключаю сейчас. И на сегодня, скорее всего, это все. Если получится батарейку сегодня где-то зарядить еще, то попозже выйду на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.